Меня босс встретил. Сейчас я вам покажу, на чем он завтра поедет. Завтра. Он все еще рассчитывает завтра поехать. Ну, как бы, до выезда ночь. Обеспечения никакого. Ну, собственно, ничего нет. Фитинги только что прилетели, которые я сращивал позавчера. М1D. Ребятки, спасибо, красавчики, отправили. Вот они сейчас прилетели. Пацаны поехали забирать. Ну, в общем, как-то так. А Сетыч зато готов врываться в бой. Так что будем по ходу работать все дни. Все, ребятулечки. М1D, ребят, спасибо. Посылка прибыла. Да. Горы фитингов, горы веселья. Горы слез. 3 часа в аэропорту. Но главное, прибыло. Да, главное. Но, как говорится, участь меня стороной не обошла. Сейчас будем вот эту вот фитинговую всю историю складывать. Конечно, определенный минус. Насос сухого картера здесь выносной. Ну и вот эти все фитинги между насосом и поддоном. Надо это все, короче, сложить, скрутить. Конечно, было бы куда проще, как в Дели вот у нас. Насос берешь, бряк прикрутил, ну и как бы цена разнится. Кстати, к слову, вот это российский производитель. Интересно очень, как это будет работать.